как сделать вашу речь на публике более естественной, более спокойной и более уверенной. Многие начинающие ораторы естественным образом волнуются перед каждым своим публичным выступлением. Как побороть это волнение? По этому поводу существует много советов, и в этом видео я поделюсь с вами одним из них. Когда вы готовитесь к вашему выступлению, представьте, что перед вами сидят люди, которых вы любите. Ваши родственники, знакомые, друзья, ваш молодой человек или ваша девушка, и внимательно и с интересом слушают все, что вы говорите. Если вы достаточно убедительно представите себе такую публику, то вы сможете потренироваться на ней, произносить вашу речь. И она получится более естественной, более уверенной и более легкой. Применяйте этот прием, и ваши публичные выступления станут более успешными. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам удачи на выступлениях. Увидимся в новых видео.